Нуждаются ли в этой помощи жители оккупированных городов, люди, у которых нет денег? Вопрос риторический. Как выживают они? Давайте послушаем. Меньше суток продолжался у нас режим тишины. И в половине пятого сегодня снова прогремели артиллерийские выстрелы. В городе стало меньше общественного транспорта. Автобусы ходят реже и переполненные. Очень много груженных фур. В Донецке по-прежнему не принимаются банковские карточки к оплате, не работают терминалы. Люди начали разбирать ЖД-полотно. Не пассажирские, а промышленные станции тут есть на окраинах Донецка. Они их разбирают, пригоняют газельки и отвозят на сдачу металлолома. Это обычные жители. Сегодня мы слышали взрывы, где там постоянно стреляло. И говорят, что есть тренировочная база за городом, но мы так не понимаем, конечно, что происходит. В 4-5 часов вечера уже город замирает и жизнь прекращается такая активная. Все обеспокоены тем, что практически нет денег ни у кого. Вот это основная, как бы, проблема нашего города сейчас.